Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, пора, красавица, проснись. Открой закрытой негой взоры, навстречу северной авроре, звездой севера явись. Так Пушкин писал о погоде. А что же ждет? Эти красивые строчки Пушкин писал явно не о магаданской погоде. Но все-таки, что же ждет нас в эти выходные, узнаем у жителей города. В субботу 29 января в Магадане значительно облачно, температура воздуха ночью до минус 7, днем до плюс 1 градуса тепла. Атмосферное давление низкое, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду. Влажность комфортная, 50%. В воскресенье 30 января температура воздуха ночью до минус 1, днем до 0 градусов мороза. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность комфортная, 53%.